Олег Иванович, насколько сегодня довольны результатом и игрой? Ну, естественно, любой тренер доволен победой. Ну и в целом игрой тоже доволен. Мы контролировали игру. По большому счету практически не дали создать момента. В первом тайме была штанга, перекладина у наших ворот, но там был штрафной удар. А так в целом сзади сыграли нормально. Ну и впереди забили два гола. Естественно, все хорошо, всеми довольны. Ну, то есть, на ваш взгляд, счет по игре? Да. Мы могли еще забивать, но я не припомню моментов у «Факела», если честно, которые они могли забить.